Всем привет! Вы на канале Оксана Антарес, и сегодня я вам расскажу, как найти число по его дроби. Итак, чтобы найти число по данному значению его дроби, нам надо это число умножить на знаменатель этой дроби и разделить на числитель. То есть, если у нас, например, с вами есть число 15, и это 1 вторая от общего числа учебников, которое нам нужно. Какое общее число учебников? Это 1 вторая от общего числа учебников. Как нам найти общее число учебников? Очень просто. Мы должны 15 умножить на 2 и разделить на единицу. То есть общее число учебников по математике, которое нам нужно, равняется 30. То есть для того, чтобы нам найти число по его дроби, мы всегда это число умножаем на знаменатель и делим на числитель. Например, если у нас с вами, пусть будет 14 карнавальных костюмов, что составляет 2 трети от нужного нам числа карнавальных костюмов. Какое общее число карнавальных костюмов? Это 2 трети от общего числа карнавальных костюмов. Как мы будем действовать? Да очень просто. Мы 14 умножим на 3 и разделим на 2. То есть общее число карнавальных костюмов, которое нам надо, равно 21. Если вам было понятно и интересно, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всего вам самого доброго!